У вас остановка сначала здесь на школе, потом Каспий. Нет, у нас 41.6 сказали. Нет, у вас две остановки, то есть одна здесь указана, а потом туда Каспий. Или вам здесь Каспий не нужно? Нет, не надо, мы же сказали 41.6. Ну, у вас конечная Каспий, а потом для... сначала остановка здесь указана. 41.6. 41.6 конечная. Не уточнили. Я у вас спросил, сначала 8 микрорайон. 41.6 в Каспи нам надо. Я у вас уточнил. Вам 8 микрорайон, потом Каспий банк. Сказали Каспий банк. 41.6. 41.6 вы сказали. Уважаемый, у меня видеосъемка ведется, я могу вам показать видеозапись. Конечно, уточнил я или не уточнил? Зачем лишние разговоры? Ну вот и я говорю, на зачем лишние разговоры? А что вы так прям как будто агрессивно, как будто я не агрессивно, я вам объясняю. Оставили, я да? вам объясняю. Вот все свои работы оставили, только господа, на я вам объясняю, я все, у вас уточнил. Давайте, хватит. Не прикасывайтесь. Клиент же мой. И что? И что, что вы клиент? Если вы не правы, почему я должен? Я же сказал 41.6. Господа, указываете адреса вы, а не я. Почему указываете, господа. 41 и 42. Я вам еще раз говорю, не надо прикасываться, мы же клиенты. И что? А что, что? Указывает, кто адрес, а я или вы? Мы указываем. Ну и все, а что, в чем проблема тогда? Ко мне какие претензии? Ко мне какие претензии? Не надо нам лишние проблемы. Вот и мне не надо ваши проблемы. Не надо мне указывать, что не делать. Не надо, не болтайте, вы что? Почему? 41.6. 41.6 мы сейчас едем. У вас все. Это конечный адрес. Все, прекращайте, хватит. Мне не надо указывать, что делать, потому что вы сейчас здесь останетесь в таком случае. Не надо прекращать. Почему? Если вы не правы. Нет, я вам сказал. И что? Вам трудно было один раз вот спросить, два адреса вы поедете? Я еще раз спрашиваю. Я изначально у вас уточнил адрес. Я вот, вы у меня уточнили, я сказала, нет, нам надо 41.6. В Каспий банке сказала. Вы у меня спросили, 41 и 41.6, два адреса. Я сказала, нам надо в 41.6, в Каспий банк. Все, вы высказались. Чего вы чем не недовольны? Приложение. Чего вы недовольны? Приложение. Кто указывает адреса? Мы указываем. Сказали, ну, а что проблема? Уточнили вам. Сказали, Каспий банк. Что, мало что ли? Еще раз вам показываю. Не вот надо у вас показать. Каспий банк. Все, промежуточная хватит. Остановка, 8 микрорайон. В чем хватит, проблема? Хватит. Не надо. Указывайте адреса вы, а не я. Я сказали, Каспий банк. Все, Бог, отвези. По адресу. Мне не надо указывать, что делать, иначе вы сейчас останетесь здесь. Ты еще пугаешь, что ли? Я не пугаю, я остановлю сейчас машину, и вы здесь выйдете, и все. Как клиент возит, интересно? Так как указываете, так и возим. Вы сами указать толком не можете, потом у вас водитель виноват. Ну, давайте быстрее все, не будем ни вам, ни нам нервы трепать. Вот и я про то же, не нужно мне трепать нервы. И нам тоже не нужно, мы клиенты. Ну вы же возмущаетесь, вы же недовольны. Вы сами указали два адреса, и сами недовольны. Еще раз, братишка. Братишка, я вам не братишка. Хорошо. Сами указываете, потом не знаете, куда ехать. Водители у вас виноваты. Водитель всегда виноват. С чего это вдруг? Давайте быстрее поедем, все. Сколько нам ехать еще? 5 минут пока знаю, да. Потерпи, потом поедешь. А мне что терпеть, это вы терпите.